счастливое утро продолжает жилищная лотерея. И сегодня в праздничном 232-м тираже мы разыграем сразу 15 квартир и 1000 денежных призов. И мы запускаем лототрон. 3, 2, 1, пуск! Призовой фонд 232-го тиража составляет 51 608 400 рублей. Накопленный суперприз сегодня составляет 28 миллионов 500 тысяч рублей. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. Я хочу напомнить, что если накопленный суперприз жилищной лотереи в размере 28,5 миллионов рублей не будет разыгран на пятом ходу, то мы разыграем его принудительно, прибавив к призовому фонду сегодняшнего тиража. В первом туре вам необходимо раньше других зачеркнуть все 5 чисел любой горизонтальной строки. Итак, мы ждем первый шар первого тура. 65. Номер 65. 9. Шар номер 9. 59. Номер 59. 45. Номер 45. Внимание! Следующий ход пятый. Это значит, что наш рекордный накопленный суперприз, который составляет 28 миллионов 500 тысяч рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Итак, мы ждем пятый шар. Шар номер 4. Номер 4. Накопленный суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. Ну что ж, как мы и обещали, вся сумма накопленного суперприза прибавляется к призовому фонду сегодняшнего тиража и будет разыграна принудительно. Но это еще не все. Всех наших участников сегодня ждет сюрприз. В честь праздника игра сегодня пойдет до 88-го хода. Да, это значит, что и победителей сегодня будет больше, чем обычно. Совершенно верно, ты абсолютно прав. И давайте скорее продолжать первый тур. 82. Номер 82. Стоп-игра! Стоп-игра! В первом туре выиграл один билет, приобретенный в Свердловской области. Выигрыш 210 тысяч рублей. Поздравляем! И надеемся, что этот выигрыш сделает ваше утро по-настоящему счастливым. Со второго тура мы начинаем разыгрывать 15 квартир. Во втором туре вам необходимо раньше других зачеркнуть все 15 чисел либо верхней, либо нижней игровой карточки билета. Итак, запускаем лототрон. 61. Номер 61. 81. Шар номер 81. 43. Номер 43. 49. Номер 49. 80. Шар номер 80. 47. Номер 47. 33. Шар номер 33. 19. Номер 19. 5. Шар номер 5. 3. Номер 3. 26. Номер 26. 7. Шар номер 7. 31. Номер 31. 64. 64. 25. Шар номер 25. 24. Номер 24. 6. Шар номер 6. 74. Номер 74. 87. Шар номер 87. 53. Номер 53. 71. Шар номер 71. 28. Номер 28. 18. Шар номер 18. 14. Номер 14. 27. Шар номер 27. 37. Номер 37. 34. Номер 34. 40. Шар номер 40.
66. Номер 66. И 100 грамм. 100 грамм. Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Воронежской области. Ваш выигрыш. Квартира. Поздравляем. И хотим пожелать, чтобы в вашей собственной квартире было очень много счастливых и радостных дней. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. В третьем туре выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами выпавших из лототрона шаров. Запускаем лототрон. Номер 39. 2. Шар номер 2. 68. Номер 68. 48. Шар номер 48. 90. Номер 90. 63. Шар номер 63. 79. Номер 79. 36. Шар номер 36. 44. Номер 44. 57. Номер 57. 84. Шар номер 84. 56. Номер 56. 51. Номер 51. 13. Шар номер 13. 83. Шар номер 83. 89. Номер 89. 32. Номер 32. 21. Шар номер 21. 12. Номер 12. 8. Номер 8. 22. Шар номер 22. 10. Шар номер 10. 46. Номер 46. 69. Номер 69. 58. Номер 58. 86. Номер 86. И 100 грамм. 100 грамм. И у нас определился второй на сегодня обладатель квартиры. Он приобрел свой счастливый билет в Челябинской области. Принимайте наши поздравления. Я представляю, вам сейчас не верится, но поверьте, это действительно происходит. Только что вы выиграли квартиру. Поздравляем вас. В четвертом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. И запускаем лототрон. 30. Шар номер 30. 100 грамм. 100 грамм. В четвертом туре выиграл один билет, приобретенный в Белгородской области. Ваш выигрыш — квартира. Вы не исключение. Поздравляем. Вот это по-настоящему счастливое утро. Мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. 75. Шар номер 75. 100 грамм. 100 грамм. В пятом туре выиграла два билета, приобретенные в Республике Мордовия и Москве. Каждый из победителей становится обладателем новенькой квартиры. И вот смело можете мечтать, как она будет выглядеть, ваша новая квартира. Какой будет кухня, спальня. Мечтайте, мечтайте, ведь это реальность. Вы выиграли квартиру. Поздравляем. Переходим в следующий, шестой тур сегодняшнего тиража. Продолжаем розыгрыш квартир. Запускаем лототрон. 20. Шар номер 20. 100 грамм. 100 грамм. В шестом туре выиграла 4 билета. Они были приобретены в Иркутской области, Республике Мари-Эл, а также Ростовской и Свердловской областях. Каждый из победителей выиграл квартиру. И каждому мы хотим пожелать как можно больше счастья в собственной квартире. Переходим в следующий, седьмой тур. Продолжаем розыгрыш квартир. Запускаем лототрон. 11. Номер 11. 100 грамм. 100 грамм. В седьмом туре выиграла 4 билета, приобретенные в Калужской, Тамбовской, Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге. Каждый из победителей становится обладателем новой квартиры. Вот это счастье! Поздравляем вас!
Ну что ж, переходим в следующий, восьмой тур, и нам осталось разыграть последние на сегодня две квартиры. Кому же они достанутся? Вот это интересно. А давайте это узнаем. Запускаем лототрон. Номер 67. Стоп-игра. В восьмом туре выиграла три билета, приобретенные в Свердловской и Московской областях, а также в республике Башкортостан. Стоимость оставшихся на сегодня двух квартир делится между победителями. Таким образом, каждый из победителей выиграл 1 000 000 рублей. Неплохая сумма. Отлично. Я надеюсь, что эти деньги помогут сделать вашу жизнь комфортнее. Сегодня было разыграно 15 квартир. Итак, 15 квартир мы сегодня разыграли, Илья. И давай мы еще раз поаплодируем всем победителям. 15 квартир. Эти аплодисменты, которые вы сейчас слышите в нашей студии, конечно же, вам. Ну а сейчас мы приступаем к розыгрышу денежных призов сегодняшнего тиража. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. 52. Номер 52. 50. Шар номер 50. 41. Номер 41. 85. Шар номер 85. 72. Номер 72. 16. Шар номер 16. 62. Номер 62. 42. Номер 42. 35. Номер 35. 77. 77. Шар номер 73. Номер 73. 76. Номер 76. 38. Номер 38. 29. Шар номер 29. 60. Номер 60. 88. Номер 88. 1. Шар номер 1. 23. Номер 23. 54. Номер 54. 78. Номер 78. 17. Номер 17. 15. Шар номер 15. И стоп-игра! Стоп-игра! Это был последний ход 232-го тиража жилищной лотереи. Ну что ж, мы поздравляем победителей сегодняшнего тиража. И еще раз напомним вам, что сегодня, в честь праздника, мы подготовили замечательный сюрприз для всех участников жилищной лотереи. Именно сегодня в лототроне осталось всего два шара. Давайте проверим. Это шар номер 55 и шар номер 70. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит, вы выиграли! 232-й тираж жилищной лотереи завершен. Сегодня выиграло 458 698 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 80 108 400 рублей. Гарантированный суперприз следующего тиража составляет 3 миллиона рублей. И в следующем 233-м тираже жилищной лотереи мы будем разыгрывать 7 загородных домов и 1000 денежных призов. Кроме того, игра будет идти до 87-го хода, а это значит, что победителей будет еще больше. Ну а чтобы ездить в свой загородный дом, вам непременно потребуется автомобиль. И мы с Викой рады сообщить вам, что жилищная лотерея начинает акцию «Выиграй новый Hyundai Creta». Розыгрыш автомобиля вы сможете увидеть в программе «Счастливое утро» 11 июня. А в акции участвуют билеты
билеты с 234 по 237 тираж включительно. Все подробно об акции мы расскажем непременно в следующем тираже жилищной лотереи. Ну а если вам все-таки не терпится, я советую вам зайти на наш сайт stoloto.ru и узнать, как же выиграть этот автомобиль. На этом же сайте вы, кстати, можете приобрести билеты государственных лотерей в любое удобное для вас время, даже не выходя из собственного дома. Кроме того, билет распространяется в салонах связи «Евросеть», «Связной», «Мегафон», офисах «Ростелеком», в лотерейных киосках и в отделениях Почты России. И не забывайте, что совершая покупки в сети магазинов «Пятерочка», можно приобрести билеты жилищной лотереи «Русского лото» прямо на кассе. Это очень удобно. Сейчас реклама, ну а после «Наше счастливое утро» продолжит лотерея 6 из 36.